Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл «Путешествия с писателем». Напомню, что этот цикл мы начали в социальных сетях, на страницах отдела Государственного музея истории российской литературы имени Даля, Дом-музей Чехова. Сегодня третья и финальная наша встреча, во всяком случае, в таком видеоформате, да и мне не пристало быть Шахерезадой. И также напомню, что вместе с Чеховым мы путешествуем с вами по Франции. В прошлый раз писателя мы оставили в замечательном местечке Болье-сюр-Мер, неподалеку от Ниццы, в замечательной компании с историком Максимом Ковалевским и художницей Александрой Хотяницевой. В прошлый раз мы уже говорили о том, что карикатуры, шаржи, которые сделала Хотяницева, в основном отражают некую мифологизированную действительность. Но среди ее работ есть и те, что связаны с вполне конкретными событиями и вовсе даже не юмористическими. В фондах нашего музея, помимо прочих, сохранилась и эта карикатура, где мы видим Чехова со спины, читающего газету «Le Roi». Мы приблизительно даже можем датировать эту работу 13 января 1898 года. Именно в этот день в газете «Le Roi» в качестве передовицы или передовой статьи было опубликовано открытое письмо Эмиля Золя президенту Французской республики Феликсу Фору с таким, может быть, несколько претенциозным названием «Жакюз, я обвиняю». Но этот заголовок, кстати сказать, придумал редактор газеты, будущий премьер-министр Франции Жорж Клемансо. Это письмо стало знаковой вехой в довольно длительном и громком судебном процессе, который был известен не только во Франции, но и далеко за ее пределами. В России тоже очень много обсуждали этот процесс. Это так называемое дело Дрейфуса. В декабре 1894 года евреи по национальности капитана французской армии Альфреда Дрейфуса обвинили в военном шпионаже. Многие-многие годы потребовались на то, чтобы доказать, что военные это дело сфабриковали против Дрейфуса, что на самом деле военная измена имела место, шпионаж имел место, но виновен в этом совершенно другой человек, майор Шарль Эстерхази. И вот любопытно, что еще до появления в печати письма, обвинительного письма Эмиля Золя, Чехов, который, конечно, тоже в переписке очень много обсуждает этот процесс, приходит к заключению, однозначному заключению. «Я целый день читаю газеты», — пишет он редактору газеты «Русские ведомости» Василию Михайловичу Соболевскому. «Я целый день читаю газеты, изучаю дело Дрейфуса. По-моему, Дрейфус не виноват». И уже позже будущему городскому главе Таганрога Павлу Федоровичу Иорданову он признается: «Дело Дрейфуса, как обнаруживается мало-помалу, это крупное мошенничество. Изменник настоящий Эстергази, а документы сфабриковались в Брюсселе. Об этом было известно правительству, в том числе и Казимиру Перье, который с самого начала не верил в виновность Дрейфуса и теперь не верит, и ушел от того, что не верил». Дело продолжалось до 1906 года, только тогда Дрейфус был окончательно оправдан. Ну, эта история действительно широко известна, хорошо известна, и сейчас вы можете о ней судить также по роману Роберта Харриса, экранизированному романом Полански. Хотя какие-то оценки, может быть, там даны не с исторической верностью. С младшим братом Чехова Михаилом, конечно, наш писатель тоже обсуждает этот процесс. Михаил спрашивает из Ярославля Антона, который в то время
находится в Ницце. «Все интеллигенты в России, — пишет он, — страшно заняты процессом Золя. За ходом его дела следят с лихорадочным интересом. Куда бы ты ни пришел, всюду только и разговоров, что о Дрейфусе, Эстергазе и Золя. К несчастью, в этом процессе все так запутано, что с трудом успеваешь следить за нитью. Процесс, по-моему, прямо-таки невероятный. Но кто в нем прав, кто виноват, хоть убей, не пойму. Антисемитское новое время, кажется, комбинирует телеграммы, немножко пригоняя их к обвинению Дрейфуса, а новости наоборот. Вот и разберись. Ужасно хотелось бы, чтобы ты написал мне, как относится к Дрейфусу и Золя не армия, не офицеры, не администрация, а обыкновенное обывательское общественное мнение, хоть в той же Ницце». По-разному относились обыватели, по-разному мы знаем о том, что во Франции, по сути, сформировались два лагеря – дрейфусаров и антидрейфусаров, то есть тех, кто был сторонником невиновности Дрейфуса и наоборот. И среди сторонников невиновности его были и Эдмон Ганкур, и Эдмон Ростан, Анатоль Франс, Марсель Пруст, Клод Мане, актриса Сара Бернар, например. А среди тех, кто считал, что действительно еврей Дрейфус виновен, прежде всего потому, что он еврей, писатели Жюль Верн, Морис Баррес, художники Эдгар Дега, например, Поль Сезанн и Анри Матисс. Да. Что любопытно, Чехов довольно пространно, повременив несколько, отвечает Михаилу: «Ты спрашиваешь, какого я мнения насчет Золя и его процесса? Я считаюсь прежде всего с очевидностью. На стороне Золя, которого тоже обвинили в клеветничестве и осудили, на стороне Золя вся европейская интеллигенция, и против него все, что есть гадкого и сомнительного. Дело стоит так. Представь, что университетская канцелярия по ошибке исключила одного студента вместо другого. Ты начинаешь протестовать, а тебе кричат: вы оскорбляете науку, хотя между университетской канцелярией и наукой только то одно общее, что и чиновники, и профессора одинаково носят синие фраки. Ты клянешься, уверяешь, обличаешь, тебе кричат: доказательств. Извольте, говоришь ты, пойдем в канцелярию и заглянем там в книги. Нельзя, это канцелярская тайна. Вот и вертись тут. Психология французского правительства ясна. Как порядочная женщина, изменивший раз мужу, делает потом ряд грубых ошибок, становится жертвой наглого шантажа и в конце концов убивает себя, и все для того, чтобы скрыть свою первую ошибку, так и французское правительство идет теперь напролом, зажмурив глаза, валяя направо и налево, лишь бы только не сознаться в ошибке. Потрясающе коротко и ясно, образно Чехов описывает процесс. Новое время ведет нелепую кампанию, зато большинство русских газет, если и не за Золя, то против его преследователей. Кассация не поведет ни к чему, даже при благоприятном исходе. Вопрос решится сам собой, как-нибудь случайно, вследствие взрыва тех паров, которые скопляются во французских головах. Все обойдется. Принято считать, что этот процесс, это дело Дрейфуса, станет основной причиной не просто охлаждения в личных отношениях между Чеховым и издателем газеты «Новое время» Сувориным, но и послужит их размолвке и разобщению. Конечно, никакой размолвки не произошло, охлаждение действительно имело место быть, было много разговоров, Чехов вспоминал об одном из разговоров в Париже, когда Суворин, не выдержав справедливого натиска оппонентов, в том числе Чехов, просто встал и ушел. И Чехов пишет, что у Суворина была виноватая спина. Все он понимал. Но, конечно, не обходится без шпилек в письмах. Вот Суворину еще до письма Золя 4 января 1998 года из Ниццы он напишет: «Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы. Золя, благородная душа, и я, принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков, вот она шпилька, в восторге от его порыва. Франция — чудесная страна, и писатели у нее чудесные». Ну, теперь немножко к другому сюжету. Давайте обратим внимание на фотографию Чехова, на вот эту замечательную фотографию, покрупнее даже посмотрим на нее. Автор ее
замечательный французский фотограф, проживший недолго, 49 лет, Жозеф Фабио. Его ателье располагалось буквально в 15 минутах ходьбы от русского пансиона, так что Чехову несложно было туда дойти. И располагалось это ателье на площади Массена. Чехов портрет этот считал не самым удачным, но на наш теперешний взгляд это один из самых прекрасных, прелестных чеховских портретов. Еще об одном сюжете. Чехов планирует уехать уже в конце зимы или в начале весны, во всяком случае, обратно в Россию, но плохая погода, установившаяся и в московском регионе, и в Ялте, куда можно было бы уехать, мешают ему отправиться. К тому же есть ряд поручений. Поручения чисто бытового характера, с одной стороны, о них мы еще поговорим, и поручения общественные. «Парижа мне не миновать», — признается он сестре из Ниццы. «Из Таганрога пришла просьба побывать в Париже у Антокольского и переговорить с ним насчет памятника Петру Великому. В Париже куплю себе белья и чемодан. Оттуда поеду на поезде «Молнии». Не дашь ли каких-нибудь поручений? Я исполню их весьма охотно». Действительно, Чехов по просьбе уже упомянутого мною Павла Федоровича Иорданова, соученика когда-то по Таганрогской гимназии, врача и общественного деятеля, встречается не только с нашим замечательным соотечественником, живущим в Париже, Марком Матвеевичем Антокольским, но и с Леопольдом Бернштамом, о котором мы говорили в первую нашу встречу. После того, как Чехов побывал у Антокольского, Иорданов он писал: «Многоуважаемый Павел Федорович, сегодня я был у Антокольского и сделал, кажется, больше, чем нужно. Во-первых, завтракал и дал слово, что приду завтракать еще послезавтра. А и, во-вторых, получил от Антокольского для нашего будущего музея последний вздох. Овал из гипса – верх совершенства в художественном отношении. Голова и плечи распятого Христа – и чудесное выражение, которое меня глубоко растрогало. Этот подарок будет выслан малой скоростью, упакуют здесь хорошо, и остается только пожелать, чтобы не разбили в Таганрогской таможне. Что касается Петра Великого, то я того же мнения, что и вы. Это памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветный конкурс, и о лучшем даже мечтать нельзя. Около моря это будет и живописно, и величественно, и торжественно, не говоря уж о том, что статуя изображает настоящего Петра, и притом великого, гениального, полного великих дум, сильного». В 1898 году, однако, был установлен только, по договоренности, конечно, с Антокольским, только макет пьедестала и силуэт памятника Петру. Первым отливом Антокольский остался недоволен. Только в 1901 году памятник прибыл в Таганрог, но остался на складе. И лишь 14 мая 1903 года памятник был установлен и открыт на улице Петровской, где он стоит и сейчас. К сожалению, Чехов, которого приглашали на открытие памятника, не смог приехать и не смог побывать позже. Таким образом, он не видел дело рук своих и дело рук Иорданова, потому что действительно они вдвоем сделали все возможное для того, чтобы получить этот памятник в Таганроге. Ну, а что касается поручений личных, то здесь, конечно, есть какие-то любопытные моменты. Чехов в апреле предполагает как можно быстрее отправиться в путь. Вновь у сестры спрашивает, есть ли какие-то поручения. «В Париже я пробуду недолго, именно столько, сколько нужно, чтобы сделать покупки и побывать кое у кого. О дне приезда буду телеграфировать. Поручение исполню очень охотно». Ну, что могла попросить барышня? Естественно, носовые платки, естественно, зонтик, ну, какие-то детали туалета, гардероба.
Имейте только в виду, что я не буду приобретать вещи более или менее громоздкие, которые трудно укладываются, например, шляпы, и вещи, за которые на границе могут взять пошлину, ножи и вилки. Сумку для почты постараюсь найти, охотно привез бы для тебя и для мамаши чулков, если бы вы написали размер, как я просил вас о том, но вы не написали, и я не знаю, какого купить белья. Между тем в Париже все дешево. Чулки, платки, воротнички, сорочки – все это модно и дешевле грибов. Но настроения меняются, ответа конкретного и четкого Чехов так и не получает. И, к сожалению, он не знает точных размеров родственников. Поэтому в следующем письме он сообщает: «Не надейтесь на князи, сыны человеческие, не надейтесь, что я многое привезу вам из Парижа. Дело в том, что некоторые поручения исполнить не так легко. Я хотел купить папаше пиджак, но оказалось, что без примерки купить никак нельзя, можно ошибиться. Хотел также купить фуражку по присланному рисунку, но таких фуражек в Париже нет. Говорят, что можно сшить по особому заказу, будь угодно». Что здесь очень хорошо, это сургуч. И я купил его пропасть, хотя он мне не нужен. Художница Хотяинцева купила для тебя платков. Но так как она скупа и выбирала что попроще, то платки вышли неважные. Ну, здесь ирония. Папаша соломенную шляпу купил, но без ленты. Ночные рубахи здесь до пят, и это хорошо. Конечно, Чехов привозит и для себя некоторые аксессуары. У нас в музее сохранилось несколько чеховских галстуков, в том числе вот этот, купленный точно совершенно в Париже. И как здесь не вспомнить такое замечательное признание, обращенное к подруге чеховской семьи Лидии Стахивне Мизиновой: «Я свои дела не умею завязывать и развязывать, как не умею завязывать галстук». Правда ведь? Любопытная подробность чеховской биографии. С Мизиновой Чехову в этот приезд не удалось встретиться, равно как и в 1894 году, когда она пребывала в Швейцарии. Да-да, конечно, они в России потом встречались, но в письмах Мизинова выражала надежду на то, что с Чеховым удастся ей переговорить и в Париже. Но нет. И уже в Мелехово 11 октября 1998 года Лика из Парижа посылает две своих фотографии. Одну из них она подпишет на лицевой стороне так: «Дорогому Антону Павловичу, на добрую память о 8-летних хороших отношениях». А на обороте, вот это любопытно, строки из романса «День ли царит», который так часто она пела в чеховском доме, музыка Чайковского, слова Апухтина. Кажется, это особый способ в чеховском окружении, в чеховской семье выразить давнее мучительное чувство. «Будут ли дни мои ясны, унылы, скоро ли сгину я, жизнь загубя, знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни, и силы – все для тебя, все для тебя». «Пусть эта надпись вас скомпрометирует, я буду рада», – пишет Лика дальше. Ну и приписочка маленькая: «Я могла бы написать это 8 лет назад, пишу сейчас и напишу через 10 лет». Но через 10 лет писать уже, увы, было некому. Чехов планирует и на будущий год, 1899, также отправиться в Париж, о нем он мечтает. Но в этот раз очень хороша погода в России, особенно в Крыму, в Ялте, куда он перебирается постепенно. И план, к тому же денег нет, и эти планы пришлось отложить до следующего года. Это будет последний визит Чехова во Францию. Это зима 900-901 года и самое-самое начало. В самом начале февраля он уже отправится в Италию и вернется обратно в Ялту. «В Москве я прожил, как оказывается, дольше, чем следует», сообщает Чехов Суворину.
И зачем я жил там, если погода здесь изумительная, чудесная, совершенно летняя, хожу без калош в летнем пальто, и настроение совсем летнее, точно помолодел лет на 10. Сегодня был я вот в отель «Бо-Риваж» и вспоминал, как мы когда-то стояли в нем. Был в столовой, в читальне, все как было. Конечно, конечно, воспоминания о первом приезде в Ниццу осталось навсегда. Жизнь здесь совсем не такая, как у нас, совсем не такая. И богаты чертовски, и здоровы, и не старятся, и постоянно улыбаются. А Чехов, как и в прежние годы, остановится опять в русском пансионе. И, конечно, среди его писем этих лет самые любопытные, самые подробные письма обращены уже к Ольге Леонардовне Книппер. Кажется, действительно ему больше никто не пишет. Чехов признается: «Мне никто не пишет, кроме тебя одной, я забыт». И могло оказаться, что действительно это так, и Чехов мог в это уверовать. На самом деле все довольно просто объяснилось. Как раз-таки Чехов сообщает об этом Книппер. «Представь, милая моя собака, какой ужас! Сейчас докладывают, что какой-то господин внизу спрашивает меня. Иду, гляжу, старик, рекомендуется так, Чертков». В руках у него куча писем, и оказывается, что все эти письма, адресованные ко мне, получал он, потому что его фамилия похожа на мою. Ну, действительно, какая разница. Одно твое письмо, а всех было три первых письма, было распечатано. Каково? Ведь впредь, очевидно, писать на конвертах надо так. «Мсье Антуан Чехов, Neuf Rue Gounod» или «Pension Russe, Nice». Но непременно «Антуан». Иначе письма твои я буду получать через 10-15 дней по их отправлению. Любопытное, конечно, признание. Очень трудно выбрать из массы чеховских писем, даже Книппер, то, что наиболее любопытно в этот период. Ну вот, например, в конце декабря 900 года он напишет: «Милая моя, как это ни странно, но у меня такое чувство, точно я на Луну попал. Тепло, солнце светит вовсю, в пальто жарко, все ходят по-летнему, окна в моей комнате настежь, и душа, кажется, тоже настежь. Переписываю свою пьесу», он продолжает вносить правку в пьесу «Три сестры», «и удивляюсь, как я мог написать сию штуку. Для чего написать? Ах, Дуся моя хорошая, отчего тебя нет здесь? Ты бы поглядела, отдохнула, послушала бы бродящих певцов и музыкантов, которые то и дело заходят во двор, а главное, погрелась бы на солнышке. Сейчас я пойду к морю, буду сидеть там и читать газеты, а потом, вернувшись домой, стану переписывать. И завтра уже вышлю Немировичу третий акт, а послезавтра четвертый, или оба вместе». Ну и сообщает об изменениях, которые он внес. Что любопытно, в это же время во Франции Франц Осипович Шехтель, в это же время, кстати, и Владимир Иванович Немирович Данченко, но с ним переговорить полноценно, нормально о трех сестрах и о делах в театре у Чехова, к сожалению, не получилось. Ну и письмо это он завершает потрясающе. «Встречаю русских, они здесь какие-то приплюснутые, точно угнетены чем-то или стыдятся своей праздности, а праздность вопиющая». Ну и если сравнить это с предыдущим письмом Суворину, «Жизнь здесь совсем не такая, как у нас, совсем не такая», да, то, конечно, это тоже очень любопытно. Чехов планирует отправиться из Ниццы в Алжир, как и в 97-98 году, так и в 900 году, 901 году. И в компаньоны он себе выбрал Максима Ковалевского, но в первый раз Ковалевский его подвел из-за ухудшившегося состояния здоровья. В этот раз подвело море и шторм, отправляться было небезопасно, и, подчинившись Ковалевскому и Алексею Алексеевичу Коротневу, руководителю зоологической станции в Вильфранш-сюр-Мер, Чехов отправляется в Италию. Ну, впрочем, об этом мы с вами говорили. Здесь, в эти дни, пишет Чехов Книппер,
стало холодно, холодно, как в Ялте, и я рад, что уезжаю. Если, мамуся моя, вечером начнется на море волнение, тогда, повинуясь спутникам моим, поеду не в Алжир, а в Италию, в Неаполь, и об этом напишу тебе не позже, как сегодня вечером. В Марсель буду ехать всю ночь. Но, однако, у меня воспрянул дух мой. Люблю я путешествовать. Моя мечта последних дней – поездка на Шпицберген летом или в Соловки. Ну и сообщает ей о том, что наблюдение в русском пансионе за обитателями он уже окончил, изучил киевских профессоров. Опять хоть комедию пиши, да? Какие ничтожные женщины, ах, Дуся, какие ничтожные. У одной 45 выигрышных билетов, она живет здесь от нечего делать, только ест да пьет. Бывает часто в Монте-Карло, где играет трусливо, а под 6 января не едет играть, потому что завтра праздник. Сколько гибнет здесь русских денег, особенно в Монте-Карло. Практически готовый сюжет рассказа. Но я хочу вернуться к уже процитированному мною письму к Ольге Леонардовне Книппер от 8 февраля 1901 года из Ниццы о воспрянувшем духе. Да, у меня воспрянул дух мой, люблю я путешествовать, моя мечта последних дней – поездка на Шпицберген летом или в Соловки. Так получилось, что мы с вами прибегнули к некой кольцевой композиции. Если помните, мы разговор начинали с мечтаний, которым суждено или не суждено реализоваться, воплотиться. Этим мечтам Чехова о путешествии на Шпицберген и на Соловки воплотиться не удалось. Но на этом мы закончим наше путешествие по Франции. Однако не заканчивается наш цикл публикаций «Путешествия с писателем». И вы, если есть такая возможность, не прекращайте путешествовать по страницам писем и произведений наших писателей. Спасибо вам за внимание и до встречи. Надеюсь, не только онлайн, но и лично.